собирать елку. Хочу в этом году попробовать собрать вместе с вами. Не знаю, как получится, но я все-таки попробую и снимать, и собирать елку. Вы знаете, многие знают, что у меня в этом году новая елка. Я мечтала о ней еще с прошлого года, хотела ее купить. Но все магазины у нас были в прошлом году закрыты. Мы были на локдауне, полнейшем жестком локдауне. И в прошлом году я осталась без елки. А праздник без елки как-то не так ощущается. Все-таки елка, она дает какое-то особое настроение. Так что в этом году я с елкой и еще с той елкой, о которой я мечтала. Она очень красивая. Она больше, чем у меня была старая моя елка. Не знаю, как ее собирать. Мне муж достал все. Так что я попытаюсь ее собрать вместе с вами. Надеюсь, мне игрушек хватит на эту елку, так как все игрушки у меня еще со старой елки. Но есть какой-то интерес. Каждый год выходят какие-то новые игрушки, и хочется каждый год что-то купить новенькое. Так что буду каждый год подкупать, чтобы украсить елку, как вы хотите. Это дорогое удовольствие. Елка стоит очень дорого здесь, и игрушки также не из дешевых. И когда ты а каждый год хочется что-то купить новенькое. И когда ты каждый год покупаешь что-то, ты радуешься каждой игрушке. Так что я за то, чтобы покупать на елку не сразу игрушки, а каждый год докупать что-то к своей елке. Не знаю, с какой стороны открывать эту коробку. Это лампочки, что мы купили. Ну, вы видели в старых видео. Это моя коробка с игрушками. Очень удобно хранить в таких ящиках. Ну что, будем смотреть, как мне открыть эту коробку большую. Думаю, что с этой стороны буду его открывать. Надеюсь, нет, не с этой стороны. Куда же мне ее открыть? Придется заклеить ее снова, если я ее переверну, чтобы она не вывалилась. Надо переворачивать, пока нашла ее, как открыть. Ну что, даже не знаю, какая часть какая. Это, по-моему, большая часть. Да, она очень большая. Ее надо в сторонку. Надо еще найти место, где ее собирать. Вот здесь я буду собирать. Маленькая часть. Мне надо найти подставку первую. Так, она состоит из трех частей. Какие-то болтики здесь. А соберу ли я ее сама? Теперь у меня вопрос.
Огоньки уже на елке, мне не хватило огоньков, и, наверное, я на следующей неделе докуплю. Не рассчитывала, что она такая большая, так что надо будет подкупить. Осталось самое приятное, это украсить елку игрушками. Кстати, у кого елка без искусственного снега, в баллончиках продается искусственный снег, и можно побрызгать свою елку искусственным снегом, и она будет у вас с искусственным снегом. Это мой венок на дверь. Конечно, он старенький уже. Сейчас очень много красивых венков. Но этот еще послужит мне. Здесь многие в Греции украшают свои двери очень красиво. Ничего не воруется. Так что буду на дверь вешать такой веночек. Начинаем с игрушек. Есть такие капельки. Получилось неплохо. Хотя не так много у меня игрушек, но все-таки она смотрится, мне кажется. Ну что, осталось мне только повесить мой венок на дверь. Но это будет делать муж. Он прибивает просто ленту гвоздем сверху, чтобы не портить дверь. Когда вы открываете дверь, сверху просто прибиваете гвоздик и все. Не знаю, вы на видео поняли или нет, но вначале я установила середину елки и потом достаю с коробки, что это все-таки середина, а не низ. Пришлось мне все переделывать, но все, елочка моя готова, я очень рада. Сразу настроение поднимается. Конечно, в детстве мы собирали елку с сестрами всегда. Отец приносил елку. Конечно, всегда у нас была живая елка, и мы всегда ее любили украшать. Но здесь я делаю радость для своего мужа, так что елка у меня уже стоит и поднимает настроение. Наша елка из магазина Диафана. Есть этот магазин и в Афинах, есть в Салониках. Так что, кто проживает в Греции, обратите внимание на этот магазин. Очень много красивых там вещей. Конечно, выгоднее покупать на скидках. Елка, конечно, приобретена не на скидки. Она нам обошлась в 145 евро, насколько я помню. 145 или 149, точно не помню. Ну, пусть будет 145 евро. В Греции начинают собирать елки где-то к 8 декабря. То есть у нас рано начинают собирать елки, некоторые еще раньше. Уже многие собрали елки. Я просто уже думаю, ну все, я также буду собирать елку раньше в этом году.
И она у нас, конечно, будет стоять где-то до 3 января. 3-4 января я уже собираю елку, не оставляю ее на старый Новый год. Так как нам хватает праздников Рождество, Новый год, уже до Старого года нет. Я ее уже собираю, чтобы она не пылилась. Поэтому она у меня будет стоять где-то до 3-4 января, и я ее собираю. Ну, в Греции, в принципе, быстро собирают елки. Новый год прошел, все, все начинают собирать елки. На этом буду заканчивать свой влог. До следующего видео. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, и всем пока-пока.